счет 3 все разом открывают. Раз, два, три. Мында эч качан болгон эмес. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азаттыкта атайын келип отурушат. Сүрөткө түшкөнү, маек бергени, фотосессия уюштурганы. Биз дагы ат жалында булардан дагы интервью алтыралы. Азыр команда бир сыйра чечинип алалы деп бир сыйра формаларды кийип атышат. Андан кийин ар биринен маанай тууралуу дагы кабар алабыз. Хорошая студия. Я раньше в таких не бывал. Вы первый раз, да? Да. Эмне ден соолук эмне болуп атат? Оюнга чыкпай калдыңыз. Эми сезон аябай мындай татаал болуп атат мен үчүн. Анткени өмүрүмдө болгон жаракаттар быйыл чыгып атат. Мисалы ошо азыркы учурда ошол мына артты оң бутум бул жер кичине акыркы оюн Алай менен ойноп атканда ошо чемпиондук оюнда кичине жаракат алып ошодон келин азыр эми 80% даярмын, 100% даяр эмесмин. Фотосессия канчалык команданы бириктире алат? Билбейм, биз постоянно эле бирге жүрөбүз. Анан фотосессия же жөн эле сборго постоянно бирдейбиз, бириктирет деп деле ойлобойм. Бул биз эле эмес, бул бүт дүйнөдө футболчулар, командалар, курама командалар даярданганда ошолордон өтүш керек, бул деген маркетинг. Фотосессия канча көп эле келесиңби? Жок, вообще аз эле келем мен. Негизи келбейм, ооба. Смотрите, можно сказать, что фотосессия это часть тренировок? Ну, я бы не сказал бы, я бы не ездил на эти фотосессии. Говорят, после фотосессии вы едете в аэропорт, встречаете сборную Таджикистана, дальше у вас совместный банкет, и завтра тоже гулять, да? Не, ну конечно, только если две команды вместе будем. Вместе будем? Да. А так нельзя? Не, так нельзя, так нужно готовиться. Давайте. Месси же, Роналдо? Роналдо. Азаттыкта канчадан бери иштейсиз? 4 жыл. Кандай жумуштар жакшы? Жумуштар жакшы, өзүңүз биз жүрөбүз, келмей, кетмей. Подготовка идет? Ну, подготовка идет своим ходом, готовимся. Вчера такой полувыходной был. Сегодня я как вижу, совсем выходной. Нет, сегодня начнем работу уже после фотосессии. Как вы к ней относитесь, к своей популярности? Ну, я думаю, не такой популярный. Здесь лучше, больше, чем я. Ну, там, другие футболисты, я не такой популярный. Ну, все, хорошо. Да не. Кто-то был, да. Кого-то говорили уже, когда мы ходили в Дордой Плаза. Я имя не помню. Нет, а первый хэтрик в Азии? Ну, это я был, да. Если вот описывать, то есть нет аналитики о кыргызском футболе, вот если коротко описывать стиль нашего футбола, он какой? Наш футбол, он довольно-таки техничный, да, несмотря на то, что у нас как бы немного, скажем так, условий, да, для этого есть, но у нас ребята в основном все обладают хорошей техникой, и мы стараемся играть в такой футбол, средний и короткий пас, ну, вот, примерно в таком стиле. Карму алдык Гүлжигитте. Гүлжигит, кандайсыз? Жакшы, жакшы, рахмат. Мага кызык да? Сиздин атаңыз кудул болгон, байкеңиз тамада. Сиз кантип футболчу болуп калдыңыз? Үйдө ооба көбүнчөсү ошо творческий жак менен кеткен. Ошол байкем ушу футболго барчу, анан өзүм башында көптөгөн күрөш, ошо күрөшкө, ошо спорт жакка жакын болчумун өзүм. Күрөшкөбү э? Кайсы күрөш? Күрөш самбо боюнчачы. Барып калдыңызбы? Ооба. Барбы жыйынтыктар? Үчүнчү место алгам. Кайсында? Кыргызстанбы, Бишкекпи? Бишкекте. Демек сиз футбол эмес, башка жак менен кетсеңиз деле жакшы эле кетмек экенсиз да? Жок, билбейм ошо. Футбол көбүрөөк жакын болуп калды. Бирок кандай мындай ырдап коймой, бийлеп коймой жагыңыз барбы? Мурун болчу, азыр жок. Ырдабайсыз дагы? Жок. Бактияр, биздин максат дүйнө чемпионатыбы же Азия чемпионатыбы? Дүйнө чемпионаты. Да, буюрса чыгабыз. Буюрса чыгабыз.
дагы канча аракет кылып койшубуз керек азыркыдан дагы дүйнө чемпионатына чыгыш үчүн? Эми сразу да чыгып кетпейсиз да, аракет акырын-акырын шаг-шагтарды кылып акырын-акырын чалыш да. Кыргыз футболуна 1-10 шкаланын ичинде канча балл бересиз? Кыргыз футболу 7 окшойт. А как вы думаете, когда мы выйдем на чемпионат мира? Сколько времени нужно? Наше поколение, там мои года немножко младше, мы на мира не выйдем. Объективно на это смотрим. Мы сейчас подрабатываем так, что на Азию выйти. На мира это подготовка не наша, это будущее, это молодежь наша. У нас сейчас пацаны подрастают, хорошие игроки. Я надеюсь, что там через 15-20 лет, что будет возможность, что вот, ну, на каждую Азию мы должны уже выходить. Один раз были, сейчас показали, достойно там сыграли. Тоже ничего не выиграли, по идее. А сейчас выйдем на Азию? У нас задача такая, и мы в эту сторону, как говорят, стремимся. Мы хотим, нам надо, мы должны. Сизди таңгалдырды Тажикстан Мьянмага утулуп калганы? Өтө деле эмес, анткени өзүбүз деле Мьянмада ойногондо биз деле аябай аба ырайы ал жакта аябай мындай башкача аябай кыйналганбыз. Биз деле 2-0 утуп атып 2-2 болуп калган 2 жолбу 3 жыл мурун. Ошон үчүн түшүнүп жатканбыз, что Тажикстанга кыйын болот. Мен Белоруссиянын мындай премьер лигасына деле көп кызыкпайм да, карабайм деле. Кандай ал жак? Жакшы чемпионат. Сиздердин клуб азыр канчанчы келатат? Азыр 8-нчи местада. 16 команданын ичинен. Жакшы ойноп атасызбы? Жок, ойнотабыз, аракет кылатабыз. Башкалар ойноп атабы? Ойноп атат. В игре со сборной Японии, что нам не хватило? Реализация моментов. Это единственная ошибка? То есть упущение? Это, ну конечно, мы практически ничего не дали создать японцам. Таких прямо только в первом тайме один момент, там, когда он вывалился, и да. Все. А так только два стандарта, забеем мы свои голы в первом тайме, в начале тайма, в середине тайма. У нас был момент в конце второго тайма хороший. Ну, по моему мнению, была почти равная игра. А вы ожидали, что будет такая игра? Ну, мы готовились к этой игре. Мы поставили то, что мы можем поставить японцам. Я считаю, что мы сыграли достаточно дисциплинированно и хорошо. Если не учесть вот эти два стандартных момента, какой был бы счет тогда? Я считаю, счет был бы закономерен где-то 1-1. Ничья, ничья, да? Вот это справедливый счет был. Легендалардан, жобосомдай, танымалдардан Беларусияда кимдер бар? Премьер лигада азыр койнуп аткан. О, Динамо Киевте ойногон Милевский бар. Артем. Жок. Артем бо, билбейм просто, Милевский. Глеб бар, Александр. Ошо эколу го дейм. Кандай эми биринчи барганда сүрдөдүңүзбү Беларусия? Сүрдөдүм о, сүрдөп өзүмдү көрсөткөнгө аракет кылдым. Ошо. Тажикстан менен эми жеңиш өтө маанилүү болуп турат да. Албетте, албетте. Өзүңөр билгендей, биз Тажикстанда 1-0 утулуп калдык. Бул принципиалдуу оюн. Биз оюмча баардыгыбыз мындай өзүбүздүн 200% жоопкерчилигибиз менен бул оюнга келсек, ошондо албетте 3 упайды алабыз. По всему миру заработная плата футболистов – это открытая информация. Кыргызские футболисты об этом не говорят. Почему? Потому что, я думаю, стыдно, если так честно сказать. Если кыргызский футболист скажет, сколько он зарабатывает и сколько зарабатывают другие футболисты в высшем чемпионате, в котором играют, это равнять невозможно. Что в сомах платят, там в тысячах, в других странах, в долларах, в евро. Так что это, может, об этом не разговаривать лучше. Конечно, я понимаю пацанов, что не хотят об этом разговаривать. Сказать на следующий матч сборной Кыргызстана по футболу против Таджикистана? Матч очень ответственный. Нужна только победа. Ну, я вижу настрой в команде самый положительный. Я интервью делаю сейчас.
Интервью делаю. Новую работу себе нашел. Вот вы знаете сборную Таджикистана уже. В чем они сильны? В чем нам стоит остерегаться и как нам надо играть? Нам нужно остерегаться своих ошибок в первую очередь. Вот. Допустить как можно меньше ошибок и улучшить реализацию наших моментов. А таджиков выделю тем, что они агрессивные, физически сильны, и поэтому нас ждет хорошая борьба. Жалпы дүйнөнү кызыктырган суроо сизге да Роналду же Месси? Роналдо. Роналдо. Думаю, что Роналдо. Роналдо. Месси, я понял. Месси. Роналдо. Но почему Роналдо? Потому что Роналдо сделал себя сам. Мен көз карашым боюнча Месси күчтүрөк. Сиздин оюн стилиңиз дагы Месси окшош кетти, байкайсыз болушун айтышабы сизге ошентип? Билбейм, Месси эле деп атышат, бирок мен өзүм айтпайм Месси деп өзүмдү. Роналдо дейсизби? Жок. Колуңуздагы татуировканы көрүп кызыгып атам мен. Келиңиз чечмелеп беребиз. Бул эмне? Кыргызстан желеги экен бирок, э? Бул Кыргызстан желеги, бул өзүбүздүн ак шумкарыбыз, бул тобубуз. Эми бул жерде өзүмдөн уже капитан of my soul. Жок, англисче билесизби, англисче? А, ошондо эмне болуп калат, soul деген? Уша. А, ошо, ошондо. Жан дүйнөң менен капитанмын деген маанайда. Ички дүйнөң менен болуп калат да. Бул деген футбол эмес, бул жашоо боюнча ошондой өзүңө максат койгом да. Ну, что-нибудь пожелайте кыргызстанцам? Пожелаю приходить как можно больше народу на стадион и поддерживать наш... Ну, полный стадион же пришел. Ну, пусть еще, значит, строят больше, чтобы больше людей приходили. Вот. Ну и, конечно, оставаться дружными всегда. Спасибо большое. Вам тоже. Удачи в игре. Вам тоже. Мне надо чуть отойти.